Всем привет, с вами снова обзорщик. Продолжаю рассказывать о проекте Sonix. Напомню, у них будет проходить IEO, начнется оно 8 августа и будет проходить оно на их собственной бирже Sonix. Для участия необходимо зарегистрироваться. В этом видео расскажу подробнее о команде проекта. Переходим на вкладку Team. И как видим, здесь представлено 6 человек. Начнем с основателя и генерального директора Кевина Энглдола. Он также является и главным техническим директором в Sonic Exchange. У него богатый опыт, более 25 лет в различных сферах. И он как-то связан с венчурными фондами, в которых более 5000 агентов. Также он является серийным предпринимателем. И мистер Дол учился в Калифорнийском университете. В LinkedIn у него достаточно много подписчиков, почти что 5000 человек. Видим подтверждение на его странице, что он основатель и генеральный директор Sonix с марта 2019, также главный технический директор. И еще в одной компании Self-Employed он также является генеральным директором. Пойдем дальше, познакомимся с адвайзером проекта Джессикой Марфи. Она является основателем Genesis Compliance Solution. Эта компания основана в январе 2019 года. До этого она работала в BTM, Valorica, Capra и Citi. Работала она с данными людей, анализировала, подтверждала личности и боролась со фродом и отмыванием денег. Училась в университете Сант-Лео, а также закончила высшую школу в Кросте. Следующий член команды — это Саша Ходер. Является она криптоюристом. Посмотрим ее профиль в LinkedIn. Вот у нее здесь нет информации про Sony Exchange, но она совместно с DLT Love Group помогает запускать криптобиржи и хедж-фонды, помогает командам разбираться в законодательстве и получает различные лицензии. У Саши различный также опыт работы. С февраля 2018 и по настоящее время она работает юристом в DLT Love Group. Была студентом в школе Флориды. Работала в компаниях Nine Investment, Xerox. А также у нее есть образование MBA. В общем, Саша высококвалифицированный специалист, как видно из ее профиля в LinkedIn. Пойдем дальше, посмотрим, кто у нас на очереди. На очереди у нас разработчики — это Станислав Шикалев, Максим Причепа и Махит Батия. Посмотрим их профили в LinkedIn. Станислав и Максим являются выпускниками Новосибирского технического университета. Станислав является софтвар-разработчиком и сотрудником NPM Group. Работает он там с августа 2016 года по настоящее время. Также 2 года работал в Movavi софтвар-разработчиком, да, Академ Парк и Дубль ГИС, год работал программистом. Это хорошие большие компании. Нет у него информации на странице в LinkedIn про Sonix, но, видимо, он не является постоянным членом команды. Он лишь разрабатывает софт для Sonix, а постоянное место работы у него в NPM Group. Что касается Максима, то он также учился в Новосибирском техническом университете. Он блокчейн и графический разработчик, а также финтех и разработчик DApp. Посмотрим опыт работы Максима. Он является основателем, генеральным директором SFXDX с февраля 2017 года. И также компания Almax Team. Он является основателем, которая существует с июля 2014 года. Что касается Махит Батия, видим, что он Android и iOS разработчик, но ссылка на его профиль в LinkedIn не кликабельна, в LinkedIn я его не нашел, поэтому показать вам не могу. Это вся информация о команде проекта Sonix, также информация у них есть в White Paper, ссылка будет в описании под видео, можете посмотреть. Также присоединяйтесь к Telegram-каналу Sonix, в закрепленном сообщении есть вся информация
про будущее ИО и про проект Sonix. На этом обзор проекта Sonix я заканчиваю. Надеюсь, он был для вас полезен. Оставляйте ваши комментарии, обязательно обсудим. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели это видео. С вами был обзорщик. Всем добра и веры в крипту.